Всем привет, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о новом меню ввода логина и пароля. Оно действительно замечательное, оно отображает всю главную сущность дополнения Shadowlands и, собственно, то, что нам показали в самом первом видосике к этому дополнению. Ступеньки к цитадели ледяной короны. Еще Сильваны не хватает идущей, но это было бы реально круто. Видно саму цитадель. Видно в зеркальном отображении башню Торгаст. Видно, как летят текстурки неба, то есть виден этот разлом. Видно весь лед, виден весь снег ледяной короны. Реально круто и замечательно. Само собой, в этом новом меню ввода логина и пароля имеется и новая музыка. Вы можете ее слышать немножко. Также приложу ссылочку на 12-минутный видосик, в котором абсолютно все эти маленькие саундтреки имеются. Они реально некоторые классные, некоторые похожие. Один из них какой-то мне показался довольно-таки скучным. Я все 12 минут послушал. Кайфово в целом, хорошечно, если так рассудить. Также, само собой, все это еще задатамайнили довольно-таки давненько. То есть около недели назад. Ну а конкретно для беты этот новый логин скрин выставили вчера вечером. К тому же, если зайти в видеоролики, можно глянуть видеоролик по темным землям, ну то есть по Shadowlands. И также можно кликнуть кнопку создателя и тоже глянуть, кто участвовал в создании дополнения Shadowlands. То есть абсолютно все аниматоры, арт-директоры, все-все-все там прописаны, кто хоть как-то принимал участие. Реально круто, замечательно. Новое меню ввода логина и пароля, как мне кажется, просто замечательное. Жду, как говорится, ваших комментариев насчет этого. Как оно вам? Знаете, чего мне кажется не хватает? Летающие синдрагосы. Ох, сколько было бы ликований насчет этого. Ну да ладно, не будем вспоминать прошлое. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, не забывайте о совместных рейдиках в БЗДА. Припатч уже скоро, Shadowlands тоже довольно-таки скоро, недель все меньше, с целью того, чтобы дропнуть маунта.